Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и сегодня мы с вами посмотрим на фанатский ремейк Hello Neighbor Prototype, называется. Прислал мне этот прототип, мы с вами смотрели уже на одну из версий, но мне скинули более улучшенную версию, как говорил тот, кто мне скинул, тот же самый Димаста, привет ему и спасибо. Надорвется мне писать уже в комментариях об этом. Давай прототип, когда прототип, бля. И в общем, одному подписчику еще скажу, или, а может даже и не подписчику, не знаю, или просто гостю канала, оставил комментарий под видео при альфе Hello Neighbor, который я начал в самом начале прошлого года играл, 1 января 2019 года. Там, короче, писал, что поставил дизлайк над видео под прототип, потому что я там якобы только смотрел видео. Нет, это абсолютно неправда. Я там сначала посмотрел видео, а потом я играл фанатский ремейк. Внимательнее видео смотрите, пожалуйста, и все такое. Ладно, короче, что у нас тут по меню? Ссылка будет на этот ремейк в описании. Нажимаем старт. Да, никаких настроек звука здесь нет, поэтому придется также играть на этом. Некоторые иногда вы меня можете не услышать. Так, вот у нас выглядит дом. Давайте зайдем в него. А, закрыто. Закрыто? Пустите, мне по контракту положено. Ладно. Посмотрим. Давайте обойдем, посмотрим. У нас с другой стороны стекло нельзя разбить, и нельзя просто подойти типа и разбить стекло. Просто тут ремейк, который мы смотрели, там от прикосновения стекло ломалось. Ну-ка. О, открывается, серьезно? О, господи, напугал меня. А эта дверь должна быть закрыта по умолчанию то ну ладно. На F подбираются предметы. Можно их кидать. Осмотримся, что у него тут дома. Ну, здесь у нас то же самое, ничего не поменялось. Блин, не дал посмотреть дом. Жалко. Ладно, сейчас еще раз отвлекающий маневр проведем. Там камера, не будем туда идти. Да. Ну, в принципе, дом, мне кажется, абсолютно не изменился. А, стоп. Тот чувак, который мне прислал, сказал, что здесь второй этаж есть. Давайте-ка посмотрим. В том ремейке, который мы смотрели, второго этажа не было. Так, проводим отвлекающий маневр. Смотрим сейчас. Ну иди, чего ты застрял? Да, тут в натуре второй этаж есть. Ого. Да, даже показывает телевизор что-то. А, это трейлер. Тизер это.
самый первый тизер к Hello Neighbor. И причем еще и цветном варианте. О, он включился, что ли? Ну, видно, что он в потолок застрял. Что здесь? А, камера. Ну что, одну и ту же комнату-то показываю. Не, телек включить нельзя, к сожалению. Okay. Так, а больше нельзя взять предмет, только один, что ли? Блин, как грустно, да? Опа, у нас что, моделька, что ли, есть? Ой. Пусть сюда поедет. Интересно, интересно. Че, он не видит меня, что ли, или что? Я заметил. Ладно, еще раз пробуем отвлекающий маневр и попробуем открыть подвал. Консоль, я, кстати, проверял, консоль не работает, ее нет. Так, хватаем ключи. А тут свет даже есть. По идее, его не должно быть. Блин, не успел. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Я уже на самом деле в это играл. Я помню, как надо в подвал попасть. Отвлекающий маневр проводим. Бегом, 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 бегом. Хватаем ключи. Применяем. Идем сюда. Берем молоток. Вошли. Да, стены тут как в это в Альфе 2 или в Альфе 1.5. Подвал такой же, как там. Только в той версии, что мы смотрели, вот эти стены были коричневые. А, блин, блин. Беги нам нафиг. Закрыли. Так, он... А, и он сюда идет. Так. Так, а где сосед? Сосед должен... В том ремейке, что мы смотрели, сосед за нами должен бежать. Ладно, не важно. Здесь не так реалистично выглядит это поле. В отличие от того ремейка, что мы смотрели, там тени были глубже, пейзажи четче были. Здесь нет. Короче, написали мне, что надо найти сломанный столб и ударить по сломанному столбу молотком. Ну вот, вот он, собственно, этот сломанный столб. Давайте по нему стукнем. Тыщ. Отлично, и бежать вперед. Обалдеть. Так, ну... Ого, нифига себе. Почему он так высоко-то прыгнул? Я что, полетел, что ли, или что? Приземлись давай обратно, только не на соседа.
А, сюда зайти надо. Не, я помню, как это пройти. Я просто тут первый раз. Я ни разу тут не прыгал. Странно вообще как-то. А теперь мы что, полетели? Thanks for playing. Спасибо, что играли. Зашибись вообще. Сосед превратился в тень и исчез. Мы с вами победили соседа. В общем, такой вот прототипчик у нас был сегодня. Пользователю, подписчику, наверное, Димаса, спасибо за этот ремейк. Ссылка на него будет в описании. Ладно. Ну а на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.